Юноша из Беллс, получивший прозвище Маугли после того, как остался на улице, теперь может вернуться к нормальной жизни. Молодой человек, отмечу, 18 лет, жил в местном лесу, построив шалаш и питаясь лесными дарами. Ключи от квартиры парню подарил примар северной столицы Рената Усатый. 25-летний Сергей Войницкий долгое время жил в импровизированном шалаше. После того, как родительский дом развалился, парень вместе с братьями остались на улице. Жестокая судьба молодого человека взбудоражила всю страну, в том числе и примара муниципия Беллс, который решил предоставить ему шанс на лучшую жизнь. В одной из публикаций в социальной сети он объявил, что вручит молодому человеку ключи от квартиры, но сделает это после выборов, чтобы его не обвинили в нарушении предвыборного законодательства. До этого времени юноша будет жить в одном из городских отелей. Не ожидал никогда такого. Дай Бог ему здоровья, счастья, и чтобы он здоров, его дети тоже были, чтобы здоровы. Также при содействии примара Беллс молодому человеку помогли с трудоустройством.